Анна Тилипко мечтает стать дизайнером. Девушка уверенно идет к своей цели и постигает азы будущей профессии в Брестском государственном профессиональном лицее легкой промышленности. В портфолио юного кутюрье уже есть успешные работы. В прошлом году девушка дошла до второго этапа республиканского фестиваля конкурса «Мельница моды». Анна представила на суд жюри детскую коллекцию карнавальных костюмов. В этом году юный модельер решила покорить профессионалов подростковой коллекции. В этом году я представляю подростковую коллекцию для девочек 15-16 лет. Рассчитано платья и костюмы для вечеринок, чтобы девочки могли пойти погулять, потом после вечеринок по городу, не беспокоясь, что будут выделяться. Мельница моды – это уникальный шанс для начинающих дизайнеров громко заявить о себе. Юные модельеры соревнуются в двух номинациях – школа моды и мастер моды. На первом этапе кутюрье презентует эскизы будущих коллекций женской, мужской, подростковой или детской одежды. Далее, при условии одобрения жюри, модельеры приступят к воплощению замысла в реальность. В прошлом году у нас было 58 участников, насколько я помню, вот, и большая часть, скажем так, прошла коллекцию, что было, скажем так, для нас очень лестно. Вот. А в этом году немного меньше участников, потому что и отбор становится более жесткий, условия такие, скажем, более серьезно ставятся минскими организаторами, вот, и поэтому чуть меньше. Но в пределах 40 коллекций в этом году в эскизном туре будут участвовать. О том, что у брестских модельеров есть реальные шансы на победу, можно судить и по уже имеющимся результатам. Так, в прошлом году представительница Пинского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности вошли в тройку лидеров мельницы моды и получили уникальную возможность представить свои коллекции во время международных творческих мастерских. Я считаю, что Брест, он тоже достаточно продуктивный такой в плане творчества и каких-то идей, инноваций. И в этом году, я тоже думаю, мы увидим какие-то новые решения, новые космические всевозможные эксклюзивные варианты, которые можно применить и в производство, и опять же получить других конкурсантов. Второй отборочный этап республиканского фестиваля конкурса «Мельница моды 2015» состоится 6 марта. Евгения Мороз, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.